Как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку? Вопрос по-прежнему остается открытым. Работающие в Китае эксперты ВОЗ изучили несколько гипотез и пришли к выводу, что версия заражения человека коронавирусом напрямую от летучих мышей маловероятна. Скорее всего, в передаче вируса виновен промежуточный носитель, которого нужно определить. С этим согласны и китайские специалисты. SARS-CoV-2, возможно, возник в результате занозной трансмиссии, но резервуарных хозяев предстоит идентифицировать. Присутствовал ли коронавирус нового типа в Китае до декабря 2019 года, когда впервые в Ухане зафиксировали вспышку заболевания атипичной пневмонии? Но этот вопрос китайские вирусологи и эксперты Всемирной организации здравоохранения дали следующий ответ. Ученые не нашли доказательств наличия крупных вспышек, которые могли быть связаны со случаями COVID-19 до декабря 2019 года в Ухане или где-либо еще. In Wuhan or elsewhere. Эксперты указали, что вспышки коронавирусной инфекции помимо рынка Хуанлань в Ухане были и на других подобных объектах. При этом они отметили, что не имеют достаточных данных, чтобы установить, каким образом коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухане. Практически опровергли ученые гипотезу о появлении коронавируса в результате лабораторного инцидента. Это крайне маловероятно, заявил глава миссии ВОЗ в Ухане. Коронавирус нанес огромный ущерб всем странам мира. По данным ВОЗ, за период пандемии выявлено почти 106 миллионов случаев заражения инфекцией. Более 2 миллионов человек скончались от последствий COVID-19.